Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Идеев прокомментировал отказ посольства США в Москве выдать визы для въезда в страну членам национальной команды. В составе сборной команды должны были выехать на соревнования от 25 до 28 человек, 20 спортсменов, потому что два состава борются в своей весовой категории, и от 5 до 8 человек обслуживающего персонала. Сначала нам предложили сократить делегацию наполовину, но вы же понимаете, что тогда команда получается неполноценной, но мы это сделали. Они нам снова говорят: сократите команду до минимума, оставьте 12 человек. Мы начали понимать, к чему они ведут, ведь команда в таком составе будет обречена на поражение, а для нас же самое главное – не участие, а победа. Вчера нам сказали, что мы получим визы, но лишь тогда, когда Кубок мира уже закончится. Они нам уже и не нужны будут, в итоге получается так, что участвовать мы не будем. В Федерации борьбы США нам говорили, что все зависит от департамента. Видимо, когда они списки получают, оставляют слабых, а сильных убирают. А сама Федерация визовой поддержки не дает, к сожалению, мы стали заложниками ситуации и политических интриг, которые плетутся в отношении нашей Родины. Если мы раньше думали, что спорт вне политики, то сейчас можно сказать, что в нем больше политики, чем в самой политике, сказал Тидеев в разговоре с корреспондентом чемпионата Полиной Куймовой. Лебедев: в ситуации с отказом выдачи виз американцы создают опасный прецедент.